8 килограммов синтетического наркотика, как показала экспертиза, как раз спайса, обнаружили и изъяли сотрудники полиции в одной из самарских квартир. По подозрению в хранении и изготовлении задержаны, по решению суда взят под стражу молодой человек 1988 года рождения. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Изъяты ингредиенты для приготовления наркотических средств, весы. То есть мы можем предположить, что подозреваемое в настоящее время лицо, оно приготовило к сбыту данное наркотическое средство, а также его изготавливало.